В Дагестане завершились двухдневные республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту, где приняли участие 17 команд пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по Республике Дагестан и ГКУ Республики Дагестан ППСРД. Республиканские федеральные огнеборцы продемонстрировали свои навыки по тушению пожара и спасению пострадавших. Программа состязаний состояла из нескольких этапов. Это подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, боевое развертывание и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. В рамках соревнований к участникам обратился начальник главного управления МЧС России по региону Нариман Казимагомедов. Друзья мои, в любом случае, коллективные занятия мероприятия очень важны для нас. Поэтому я всех поздравляю победителей первой очереди. Надеюсь, что такие мероприятия будут чаще, с вами почаще. И что всегда наша система была на высоком уровне. И все, что имеется, вот награды для руководства, это, коллеги, все ваши услуги, начиная отсюда. По итогам двух дней соревнований прошла торжественная церемония награждения победителей. Почетное первое место заняла команда 13-й пожарно-спасательной части, на втором месте 7-я и на третьем команда 20-й ПСЧ. На этапе штурмования учебной башни победу одержал старший инструктор пожарной СПСЧ по ТКП Залимхан Ахмедов. На этапе преодоления 100-метровой полосы с препятствиями первое место занял пожарный 56-й ПСЧ Заур Халитов. На испытании пожарная эстафета выиграла СПСЧ по ТКП. В боевом развертывании победу одержала команда 13-й пожарно-спасательной части. Всех победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.